Также есть вот такие вот объекты, которые называются картограф, которые за деньги могут вам открыть карту. Ну, только надо будет сейчас загрузиться, отключив правила портала Heroes World, потому что они блокируют использование картографов как таковых. Есть еще один объект, который игроки сами не очень любят, но он присутствует, если его не банить намеренно, чтобы он не появлялся на карте. Вот с плагином Have Rules, либо с HD-модом можно все это дело блокировать. Так вот, давайте посетим наземный сначала картограф. За 1000 золота, что очень дешево, вы берете и открываете всю карту. Ну, вода, она не открывается. Для воды есть отдельные водные картографы, о которых мы с вами чуть далее поговорим. А вот все надземное королевство открыто, и вы видите, где что находится. Это очень читерный момент. Вы все перемещения соперника видите, и он не сможет вас чем-то удивить. Вы видите, чем он занимается, что он пробивает, где его города, куда он направляется, какая его армия и многое-многое другое. Соперник же бегает вслепую и многого о вас не знает. Давайте теперь зайдем в подземелье. Для подземелья есть, конечно же, свои картографы. Подземный картограф выглядит таким вот образом. И точно так же за 1000 золотых вы открываете все подземелье. По крайней мере, то, по которому вы можете ходить. Дальше там, в принципе, пустота, по которой нельзя ходить, поэтому она и не открывается. Но, по крайней мере, вы все подземелье таким образом взяли, да и засветили. Вообще принято не играть карты, связанные с водой, но если вы будете играть фановые игры, то, возможно, все-таки с водой играть вам придется. В этом случае вам нужно будет найти где-то на окраине вот такой вот объект, который называется верфь, зайдя в который за 1000 золота и 10 дерева, если у вас есть столько ресурсов, можно построить себе корабль. Возможно, конечно, какой-то корабль уже будет стоять возле берега, и вы сможете в него сесть. И при перемещении по воде есть тоже свои особенности. Дело в том, что когда вы любым героем, независимо от того, сколько у него есть очков перемещения, садитесь в лодку, у него тратятся сразу все очки перемещения. То есть, кроме как сесть в лодку, он за один день ничего больше не может сделать. Видите, он дальше перемещаться в лодке не может. Можно, кстати, и бои в лодках проводить, но по боям, я думаю, у нас с вами будет отдельный видеоурок. Спешить в этом плане ни в коем случае не будем. Сейчас мы с вами рассмотрим водный картограф. Точно так же за 1000 золота мы с вами открываем абсолютно все водное пространство. Если где-то есть какие-то острова, объекты, мы это с вами все сразу же увидим. Поэтому для себя можете запомнить три вида картографов: наземный, подземный и водяной. Но все они дешевые, и чтобы купить карту, у них достаточно просто 1000 золота потратить, и карта будет открыта, ну точнее та ее часть, за которую отвечает картограф, она будет открыта уже до конца игры. Ее местами может прикрыть соперник, если там, например, будет строить тучи, которые будут закрывать вокруг города карту. Но об этом мы будем говорить дальше, когда перейдем непосредственно к разным расам, к разным городам. Есть еще объекты, которые позволяют вам заняться разведкой на карте. Вот, возьмем, к примеру, Андру. Посещая глаз, видите, особо ничего не меняется. Но есть вот такая вот хижина мага, которая как раз управляет такими глазами. И когда вы посещаете ее, все места, на которых есть глаза, они подсвечиваются. И таким образом хижина открывает вам эти места и засвечивает, причем довольно-таки много. Если мы с вами посмотрим, какой радиус у этого просмотра. 3, 6, 9, 10. 10 клеток вокруг мы с вами полностью засвечиваем. Это довольно-таки интересно. Но опять же, эти объекты в основном встречаются на картах, созданных человеком, а не случайных картах. Поэтому навряд это вам
где-то пригодится в каких-то онлайн-турнирах, хотя если будет онлайн-турнир на фиксированных картах, созданных заранее, это вполне может стать определенной помощью для вас. Помимо этого, есть и немножко иные моменты. Так, Гервульф должен найти башню. Вот если вы захватываете... Вот, Вердиш, например, захватывает город-башня, заходит внутрь, и часто, когда захватывают эту башенку, ну, есть, в принципе, три варианта, когда вы новый город захватываете. Это либо не делаете там ничего, либо строите там таверну, покупаете новых героев, которые разбегаются в разные стороны, делая разведку, либо строите гильдию магов для пополнения маны и остановиться в этом городе, сесть, пополнить ману. А есть вариант, конечно, еще с цитаделькой, если соперник собирается на вас нападать. Но есть и еще один вариант. Если вы захватили башню, то можно построить смотровую башню, и вы засветите огромнейший радиус вокруг башни. Этот радиус 20 клеток во все стороны, ребят. 20, вдумайтесь. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. И так во все стороны. Влево, вправо, вверх, вниз и так далее. Ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять, даже героев не способны провести такой разведки. Поэтому, построив это здание, смотровую башню, вы тратите всего лишь 1000 золота. А на каждого героя вы тратите 2500 золота. Вы очень сильно экономите и время, и деньги. Так что, захватывая башню, ребят, не стесняемся, строим. И сразу же смотрим, стоит ли вам в этой зоне оставаться. Возможно, нет смысла. Если есть смысл, то вы сразу же понимаете, где самые важные объекты находятся, на которые стоит обратить внимание. Возможно, засветите даже героев компьютера или героев вашего соперника. В любом случае, разведка – это один из важнейших компонентов, который только есть в игре. И игнорировать его, ну, никак нельзя.